не менее важно, перезагрузка самого учебного процесса. Здесь, наверное, подчеркну важность, чтобы образование касалось не только традиционных уроков, чтобы внеурочная учебная работа наших ребят была посвящена Камчатке, ее истории, ее природе, ее уникальному наследию, тем событиям, которые происходят прямо сегодня и которые не могут не волновать всех нас. Этому посвящена большая работа. Первым шагом является экскурсия на долину гейзеров, которая второй год проходит для выпускников. Это обязательные уроки, которые проводят в школах руководители краевого правительства, наших крупных предприятий и учреждений. В этом году она будет существенно расширена. Это будут и уроки в музеях, и профильные классы, которые должны охватить не менее 50% школ. Примером является вот предуниверсарий в школе 33, класс Росатома, кадетские классы и другие предпрофессиональные классы, которые позволяют ребятам уже в школе почувствовать профессию, понять, насколько она подходит и интересует их, и более осознанно сделать профессиональный выбор. Ну и, конечно, это работа, связанная с наращиванием объемов целевой подготовки, с поддержкой ребят, которые хотят связать свое профессиональное будущее с Камчаткой. Вот комплексно эта программа будет реализовываться с этого года с акцентом на нашу краевую столицу Петропавловск-Камчатский, а потом будем ее на весь Камчатский край распространять.